Привет, дорогие друзья! Сегодня я вам хочу рассказать про приложение под названием Things 3. Оно нужно для планирования задач и пригодится тем, кто перепробовал уже все приложения на свете, но так и не смог найти то, которое будет действительно работать. Сразу хочу заметить, что доступно оно только на Apple устройствах. Это значит, что пользователям Windows и Android я искренне сочувствую. Но вы все равно посмотрите обзор, чтобы знать, что такое хорошее приложение. Плюс я обещаю, что как только подобное появится на Android, я обязательно сделаю на него обзор. Также сразу хочу заметить, что Things полностью платное приложение, и его отдельно нужно приобретать для Mac, iPhone и iPad. В принципе, по этой причине я и решил записать это видео, потому что лично я перед тем, как выкладывать серьезные деньги за приложение, хотел бы все про него узнать, а стоит оно действительно внушительно. Ну и давайте сразу без лишних слов перейдем к обзору и посмотрим на все функции и возможности Things и то, как им нужно пользоваться. Ну а в конце я уже выскажу свое мнение и сделаю в принципе вывод, стоит ли оно своих денег. А перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что спонсором этого видео является хостинг, провайдер uahosting.company. Они предоставляют виртуальные сервера с выделенными накопителями в Нидерландах и США. У ребят очень приятные цены и своевременная техподдержка. А по промокоду Андрианов 30% вы сможете получить скидку 30% на первый платеж при заказе любых виртуальных серверов с выделенными накопителями. Поэтому, если вам нужен надежный хостинг-провайдер, переходите по ссылке в описании и ознакомьтесь с их услугами. А мы начинаем. Показывать я буду все в приложении для macOS, чтобы лучше было видно, но знайте, что на других устройствах все аналогично, то есть буквально приложение ничем не отличается от версии для iPhone и iPad. Изначально любые задачи, идеи, планы и вообще все, что приходит в голову, нужно отправлять во входящий. Все это позволяет освободить сознание от информации, которая в данный момент не нужна. Смысл в том, что как только появляется новая идея или задача, вы ее должны сразу же перенести из головы в приложение, для того, чтобы не отвлекаться от текущих дел. Добавить новую задачу можно разными способами. Можно либо нажать курсором на кнопку плюс и написать ее, либо использовать клавишу пробел. Второй вариант по мне куда удобнее и гораздо быстрее. Также работает и сочетание клавиш Command-N. Но есть еще и третий способ, самый удобный. Окно быстрого добавления задачи можно вызвать с помощью горячих клавиш Ctrl-пробел. Так можно, не покидая другое приложение, быстро что-то написать и продолжить дальше работать. Ну а если у вас открыта электронная почта, сайт или Finder, то можно нажать Ctrl-Option-пробел и к задаче еще прикрепится ссылка. Я, например, так добавляю в отдельный список комментарии и письма, на которые мне нужно ответить. Итак, после того, как у вас во входящих накопилось несколько задач и появилось свободное время, можно к ним вернуться и отсортировать все по полочкам. Те, которые нужно выполнить сегодня, можно либо сразу выделить и перетянуть в соответствующий раздел, либо можно открыть каждую задачу по очереди и назначить точную дату и время. Самое удобное, что не обязательно целиться в календарь для того, чтобы выбрать дату. Things поддерживает человеческий язык, а поэтому можно просто написать завтра, послезавтра или даже ввести день недели, и приложение все поймет. Но если после даты еще начать писать время, то тогда сразу установится напоминание. Вот это прям очень удобно. Понятное дело, если хочется, можно по привычке все делать при помощи курсора. Кстати, если перетащить задачу на пункт планы, то тоже появится возможность быстро назначить дату. И тут, конечно, тоже можно начать ввод с клавиатуры. Пока я рассказывал об этом, я нашел еще несколько способов назначения даты. Можно прямо напротив задачи нажать на значок календаря, и он появится. Либо можно выделить ее и нажать Command-S. Итак, едем дальше. Для дел, у которых не существует определенного срока выполнения, есть раздел «В любое время». Сюда нужно отправлять все задачи, которые вы можете выполнить тогда, когда на них появится свободное время. Ну а следующий раздел «Когда-нибудь» предназначен для дел, в которых вы не совсем уверены. Это что-то вроде архива, в котором на всякий случай хранятся задачи. Их в будущем либо можно будет выполнить, либо они отправятся в корзину за ненадобностью. В общем, самое главное – это выработать привычку разбирать входящие, чтобы все было правильно спланировано. Для этого в Things есть все необходимые инструменты. Например, для каждой задачи можно назначить персональный тег, указать крайний срок ее выполнения, создать чек-лист, а также добавить заметку. Ну а если задача состоит из разных этапов и она очень объемная, то ее можно преобразовать в проект и уже там поделить все на разделы, к задачам добавить чек-листы, сроки и так далее. Таким образом, куда удобнее управлять проектом и следить за ходом его выполнения. Кстати, по мере выполнения задач, кружочек проекта будет постепенно заполняться, что тоже очень наглядно и удобно. Еще помимо прочего, можно создавать области для удобной группировки проектов. Например, так можно отделить домашние проекты и задачи от рабочих. Тут, думаю, каждый сам может
придумать, как этим пользоваться. Также мне очень понравилось, как в Sphinx реализована работа с тегами. В проектах они отображаются над задачами, и по ним можно переключаться для более удобной сортировки, то есть получаются своего рода вкладки для быстрой навигации. В настройках приложения можно выбрать, когда выполненные задачи будут переноситься в журнал, включить синхронизацию между устройствами, для этого сначала нужно создать аккаунт, а также можно настроить импорт из календаря и стандартных напоминаний. В этом случае вы сможете, не покидая Sphinx, в разделе «Планы» смотреть все предстоящие события и задачи. Я считаю, это очень удобно. Возвращаясь к управлению задачами, еще хочу заметить, что любую из них можно сделать повторяющейся, если вам это необходимо. Также в приложении невероятно крутой поиск. Достаточно просто начать печатать, и вам тут же будут показываться нужные результаты. Так можно перейти в определенный проект, раздел, задачу и вообще найти все, что угодно. Из поиска даже можно сразу открыть настройки. Думаю, для тех, у кого очень много задач и списков, такой поиск будет очень кстати. Теперь я хочу отдельно показать версию для iPhone. Тут есть одно интересное отличие, а именно кнопка плюс, которая добавляет новую задачу, раздел или проект. Ее можно не только нажать, но и перетащить в любое место. Таким образом, можно сразу создать задачу там, где она необходима. В общем, реализовано все очень удобно. Ну и напоследок должен заметить, что, понятное дело, с помощью горячих клавиш или простым перетаскиванием можно легко менять порядок задач. В общем, что хочется сказать. Несмотря на то, что приложение на первый взгляд выглядит очень просто, видно, что над ним серьезно поработали, то есть над дизайном и навигацией. Потому что буквально любое действие можно выполнить абсолютно разными способами. И мышкой, и перетягиванием, и жестом, и даже горячими клавишами. И кто бы что ни говорил, но удобный дизайн и навигация делают свое дело, и приложением действительно хочется пользоваться. Я знаю, существует много приложений, похожих на Sphinx, и в принципе можно сказать, что все это вкусовщина, и вообще список дел можно записывать на бумаге, но на самом деле, когда начинаешь пользоваться этим приложением, ты через время понимаешь, что ему нет никаких альтернатив и замен. И я 100% могу сказать, что оно стоит своих денег. Тем более, это очень хорошо, что оно в принципе платное, потому что когда ты заплатил за приложение, вот тут ты им точно будешь пользоваться и планировать свой день. Кстати, мне очень нравится, что Sphinx распространяется именно по модели покупки, а не подписки, так как ты один раз покупаешь приложение и потом очень долгое время им пользуешься. Например, люди, которые приобрели первую версию приложения, пользовались ей на протяжении 8 лет и получали обновления. И только когда вышла третья глобальная версия, им предложили купить новую, и то со скидкой. В общем, такая модель распространения приложений мне очень нравится, но только по отношению к некоторым, потому что это какие-то другие приложения иногда хочется брать по подписке, потому что не уверен, что будешь пользоваться ими, к примеру, через год. Но Sphinx все наоборот, ты этим приложением будешь пользоваться каждый день на протяжении многих лет, поэтому лучше один раз купить и забыть. Кстати, очень хорошо, что для Mac есть Trial-версия, потому что там она стоит каких-то нереальных денег. На этом все, пишите в комментариях, каким приложением для планирования пользуетесь вы. Ну а если уже используете Sphinx, то поделитесь своим опытом. С вами был Константин Андрианов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бейте в колокол. Не забывайте, что есть ссылка для доната. Пока!